Большой привет с Камчатки, где живут эвены, коряки, чукчи, алеуты и тельмены. И вот в 1852 году, 2 марта, к губернатору Завойко пришли в высшей степени замечательные гости. Это были эвены. И они попросили у губернатора Завойко разрешение, чтобы остаться на Камчатке навсегда. Сюда на Камчатку пришли 37 женщин и 35 мужчин. И губернатор разрешил расположиться эвеном в Усть-Большерецком остроге. Ныне это Быстринский район. И вот уже больше полутора веков мы живем на Камчатке. Сегодня мы вас приглашаем посетить наше эвенское стойбище. Это комплекс под открытым небом, который расположился на берегу реки Анавгай. Где бы ни были эвены, куда бы они ни пришли, то они делают обряд. Нам об этом расскажет Клавдия Владимировна Банаканова. Он говорит бы... Я в Гаватку. Привет, меня. Крепко ко мне в это. Табакингатен. Голодунгатен. Чакару. Чаю. Иди туда. Кулика ко мне. Мишаканда. Оловда. Оловда. Так крача. Бинни. Правда не в это. Не иду табуч. Эрек ниду, эрек. Мут милка гетинасты курдени тун пикал давар. Эканти, аканти. Клавдия Владимировна говорит о том, что приношение огню называется улякич. И мы преподносим тем, кто от нас ушел, в верхний мир. И кладем в костер на медль. Кладут туда кусочек маленький хлебушка, мясо, рыбки. И кроме соли, и где бы ни были, то совершают этот обряд. Помогает нам Сергей Мандятов. Костер должен быть небольшой. Веточки совершенно маленькие. И вот таким образом мы делаем подношение духам природы, духам гор, рек, озер. И обязательно такой обряд. Также, когда приезжают к нам гости, мы кладем веточку можжевельника. Что... означает, что по нашим поверьям, что дым можжевельника очищает наши души. Вот так кладем веточку. И дым можжевельника, запах совершенно изумительный, да? Ну, а во время... встречи нового солнца мы разжигаем два костра. Через первый костер, когда люди обходят его, то они оставляют в прошедшем году все плохое, невзгоды, трудности. А обходя второй костер, то люди уже очищают свою душу. И затем они подходят к двум лиственницам, которые расположены так, чтобы между ними
вставало солнце. Между двумя лиственницами натягиваем вот такую веревку. Он, Клавдия Владимировна, грубо. Гильбер. Это гильбер. И каждый участник обряда подходит к веревке гильбер и завязывает лоскуток ткани и загадывает свое самое заветное желание. Две лиственницы, это не просто так. Это лиственница мать, а это лиственница отец. И вот между ними гильбер натянут. Весь народ идет к ним, привязывает. А на рассвете мы обвиваем ствол лиственницы гильбер с разноцветными лоскутками ткани. И в течение года лиственница будет способствовать исполнению желаний участников обряда. И хочу отметить, что, конечно, люди сами должны думать о том, что только от него самого зависит исполнение его желаний. А лиственница будет помогать. Если прогуляться по территории нашего комплекса, то можно обратить внимание, что у нас много деревьев раздвоенных. И когда к нам приехал фольклорный ансамбль из города Якутска, передаем им огромный привет. И Зинаида Платоновна Никулина сказала, что у эвенов, по поверьям, если они увидели раздвоенную лиственницу, то надо обязательно туда что-нибудь положить. Положить между стволами. Это означает, что приношение духом леса. Можно положить монетку, конфетку. Все, что у вас есть, поблагодарить духа леса, что ты пришел в их мир. В 2004 году, 4 сентября, открылся, получается, не этнокультурный центр, а просто открылось эвенское стойбище Мэнэдиэк. Во всем, конечно, благодаря заслугам и упорному труду Лилии Егоровны Банакановой, руководителя эвенского народного ансамбля Нургэнэк на то время, которому стало тесно в рамках просто танцевального творчества. Да? Mm-hmm. И идея возникла давно, правда, создать эвенское стойбище. Сначала был ансамбль Нургэнэк при сельском доме культуры села Навгай. К слову сказать, в селе Навгай проживает всего только 630 человек населения. И только в 2007 году, 24 января, мы стали отдельным муниципальным, небюджетным тогда еще, учреждением культуры, этнокультурный центр Мэнэдиэк. Штаб был у нас и до сей поры остается 11 человек. И с того времени официального начался уже этнокультурный центр Мэнэдиэк. Мы уже как этнокультурный центр Мэнэдиэк принимали участие во всероссийских смотрах в Чите, в Улан-Удэ, в Магадане, в Якутске в 2019 году, уже как официально этнокультурный центр. Так, здорово. Здорово. Ну как у нас процесс идет? И вот жарится. Вот мы пришли теперь на нашу кухню. Это сердце нашего комплекса, это кухня. Познакомьтесь, это Лариса Инданова, девичья фамилия Черканова, обладательница эвенских фамилий. Итак, что мы делаем?
Это жарятся лепешки, ламутские лепешки по-ламутски, они называются ландорики. Это, по-моему, не эвенская его звали. А как? Как вбивали? Сколько? Когда вы начали вбивать тесто, заготавливать? Ага. Утром? Утром поставила тесто. И оно несколько раз у меня поднималось, я его опять сбивала, чтобы она опустилась, и потом она опять поднималась, и опять сбивала. Когда при таком процессе, когда жарится лепешки, они получаются не такие жирные. А как огонь вы регулируете огнем? На четверку, на шестерку? Всегда жарить лучше на большом огне, потому что когда при медленном, они не поднимаются в чугунке. А вот именно чугунок лучше или сковорода? Конечно же чугунок. А почему чугунок вы используете? У него, у него, во-первых, у него округлое дно и высокие стенки, и вот этот жар, когда поднимается в чугунке, и он остается внутри чугунка, и получается, что лепешки жарятся, как в духовке, но при этом они на открытом огне. Там еще не поджарилось никак. Таня, наш оператор. Таня, ну-ка посмотри, видишь, какие солнечные лепешки получаются. Да? И при этом они вот там внутри в жаре. А вот самый такой для гостей смак лепешки, когда я знаю, разрезаешь ее. Разрезаешь лепешку, как гамбургер пополам. Аккуратно. Аккуратненько. И вовнутрь можно налить, например, мед, масло сливочное, когда теплое особенно, так еще вкуснее. А вот, а какая ягода? Это жимолость. Это жимолость. Сколько у вас жимолости у нас в Анавгае? Много. В каждом доме по 10 литров варенья. Прям летом пахнет. Мы все ждем, когда наше стойбище заработает. Да? Теперь Диана Кучеренко, девичья фамилия Черканова, эвенская фамилия, расскажет нам, что за блюдо готовится на живом огне. Давеча соплеменники ездили на озеро Ленинградская называется. И там наловили эшенкин. Краснопузых гольчиков озерных. Вот. И теперь мы решили вот сегодня на нашем таком репортаже. Да, на репортаже, я хотела сказать, праздники. Мы так рады, что мы сюда вырвали с четырех стен. Вот. И вот поджариваем гольчиков свеженьких. Ну как вы? Я не вижу, что вы в муке не... Нет, там в муке, в муке. В муке, да? Мука, солью, сюда перчика черненького. И обваляли, и вот... Уже скоро блюдо будет готово. И вот в чем изюминка блюда? В том, что жарятся они на открытом огне. Вот это вот, это в доме такого не повторится. Что у нас сейчас будет? Сначала варится мясо. Можно добавить кумкум, шурпа. А потом добавляется вот... А там, подождите, что-то там у вас беленькое. Это лавки. Сало. Кусочки жира лимон. Рис. Рис. И еще что? А мясо какое? Оленье. Оленье, да? Так. Вот мясо отваривается, сварится уже, а потом в конце вот выливаем кровь оленью. Это вы нам сейчас продемонстрируете? Да. И как нужно? Вот, потихоньку вливаешь. Потихонечку? Да, и вот размешиваешь. И как это блюдо называется? Вот это. Ниммен. Ниммен. По-эвенски ниммен. Просто с мукой. И вот как получается. А ниммен что, вот
взяли кровь и все, или как-то его смешивать? Чуть-чуть муки. Муки чуть-чуть, да? Да. Угу. А в конечном итоге, когда? И все время помешивать? Да. Угу. Чтоб не это, не подгорело. А угу. Подгорает. Угу. А в конце добавляется уже черемша. Ну-ка вот покажите крупным планом эту черемшу. Это какая черемша? Черемша соленая. И мы чувствуем запах такой черемши. Все в ожидании, да, когда снег растает. Ходите за черемшой как? Семьями, да? Да. Семьями, коллективами, копами, трудовыми, да? Да? С собаками, обязательно с собаками. Мы набираем полные мешки. Ну, потому что медведь в это время уже просыпается. Он уже проснулся в наших краях. Да, он еще голодный, потому что... Можно попробовать черемшу? Да, вот. Сейчас вот наша черемша, листья. А подожди, не закипела? Листья, да? Надо было накипеть. А теперь мы продвигаемся по нашей территории вглубь. Наш комплекс мы построили в 2004 году. Принимали участие участники ансамбля «Нургенек», детского ансамбля «Борьякан», фольклорной группы «Легенда», жители села Анавгарь. Конечно, чтобы выбрать это место, мы в первую очередь спрашивали у наших старожилов. Вот на портрете нашего стойбища наша мама Инданова Октябрина Николаевна. Это наш самый главный советчик. Все время мы у нее спрашивали, что нам делать, как, правильно ли мы это делаем. И вот она как раз запечатлена на обрядовом месте. Вот это наш дом, Павленский дюв. Строим мы ее из молодой лиственницы, как вы видите. Наш дом переносной. Это можно увидеть именно по вот этим вот веревочным соединениям. Основу дома у нас составляет. Это тренога. Вот внутри она идет. Вот видите, три полка таких шеста. По-ивенски называется алкамчи. После него мы устанавливаем вот эти вот треноги. По-ивенски называются чоры. И именно чоры определяет у нас размер нашего дома. На то количество людей его можно построить, сколько сейчас находится в данный момент на стойбище людей. Именно он вот установлен по периметру. И после этого мы уже закрепляем вот эти длинные шесты, которые называются ярани, которые держат основу дома нашего. Обязательно выход должен быть на восток, так как, выходя рано утром с юрта, мы делаем поклон восходящему солнцу. Вовнутрь заходя, мы делаем как бы поклон нашему огню. Огонь у нас находится прямо посередине. Расположение в юрте с двух сторон, справа-слева, когда заходишь в дом, справа-слева, это семейные люди располагаются. За костром располагаются те люди, которые работают в данный момент на стойбище. Больше всего это молодые люди. Ну, конечно же, спим мы на оленьих шкурах, выделанных, по-ивенски называется тедека, постельная принадлежность, это и кукуль куча, тедека, нам подушка, он тиру. Спим мы, закрываясь пологом, аран-тарак, видите? Аран. Эйду место называется. Ну и с двух сторон это две хозяйки обычно располагаются. Наш дом переносной, как я уже сказала. Для того, чтобы его перевозить, обучается специально
олени, которые таскают только наши ярони, чоры, алкамчу. Называют этих оленей яроду, то есть, или чораду, то есть те, кто водит именно наш, наш дом, вот эти вот все принадлежности. И что это за строение? Тарьяла и Учидден Уда. Это стоит балаган, если по-русски его назвать. Вот это вот именно оно стационарное такое. Оно не переносится. Этот балаган устанавливается именно в тех местах, где идет движение. Когда оленеводы кочуют на тех местах, особенно сложных таких местах, устанавливаются вот такие вот балаганы для хранения продуктов, вещей. Летом часто кочуешь, и поэтому делают перевоз наперед продуктов или вещей, чтобы укладывать именно вот наверх. Тоже строится из молодой лиственницы, но вот треноги, что вы видите, они сделаны из чизеней. Есть такое дерево чизень. А почему именно из него? Потому что оно влагоустойчивое, оно не гниет. Поэтому основу именно треноги делается из дерева чизень. Наверху, конечно же, молодая лиственница. Покрывается все это свежескошенной травой. Вот прям зеленую ее положили, она со временем сохнет, прессуется и становится такой плотной, крепкой. И она не, летом не промокает от дождя, зимой снег не пробьет его. Именно вот, вот такой вот. Если вы сухой поселите, то уже не тот эффект будет. Предохраняли от медведей и от рыси, это треноги сами смазывали медвежьим жиром. То есть медведь чует запах другого медведя, он уходил с этого места. Ну и, конечно же, когда находились рядом с Уданом, тоже его внизу под Уданом разжигали костер. Можно было там подвесить и мясо, и рыбу свежепойманную, и тоже ее прокоптить. Но это такой походный вариант, но когда на рыбалках, то традиционно устанавливали тоже стационарное строение, юкольник, он, видите, больше размерами, и предполагалось, это наверху навес, это как бы крыша, там складывались именно продукты, в частности рыба, которую коптили, делали юколу именно, наверх ее там укладывали. Вот. Еще у нас один из объектов такой, вроде бы скромно, но тем не менее он тоже является одним из объектов нашего стойбища. Это ствол из молодой лиственницы, украшенный цветными лоскутками ткани. Его устанавливают во время больших праздников. Мы возродили этот ритуал в 2015 году. И также, когда у нас здесь, на этой поляне, происходят какие-то события, то мы тоже устанавливаем ствол из молодой лиственницы, который связывает нас с тремя мирами. Нижний мир, средний мир и верхний мир. Макушка упирается в небо. И вот такой интересный объект. Если кто-то захочет у себя в своем селе, не знаю, где-то там еще, организовать такое же учреждение, как вот наподобие нашего, то нужно очень долго изучить этот вопрос, посмотреть законы, посмотреть, какие программы в вашем районе, в вашем селе есть обязательно. Ну и самое главное, это, конечно, люди. Сначала нужна команда, команда заинтересованных людей, талантливых, чтобы глаз горел обязательно. И тогда должно все получиться. Должен быть ты. Один человек команда. Ничего не сделает. Три человека, ну так. Но когда есть коллективы, а у нас их аж три коллектива в маленьком селе Анавга. Это Нурганек, детский ансамбль Орьяхан и фольклорная группа «Легенда», то, конечно, работы будет непочатый край и интересная работа.
Саш, ну, спасибо. Звоните, пишите. У нас есть электронный адрес. Поможем обязательно. Посоветуем. И приезжайте к нам. И все это увидите своими глазами. Лучше летом. На день аборигена. Потому что в связи с коронавирусом приглашаем вас на день аборигена.